предусмотрели в областном бюджете еще одну расходную статью в размере 11 миллионов рублей. Пойдут эти средства на зарплаты чиновников новой правительственной структуры – агентства по государственным закупкам. В связи с его появлением штат сотрудников увеличился вдвое. Ранее на комитетах один из депутатов областной думы подверг критике рост числа чиновников, сказав, что это приведет лишь к бюрократизации процесса. Однако народные избранники все равно проголосовали за непредвиденные расходы.